Юху! Всем привет! С вами Нот, с вами Rage 2. Да, Rage 1 мне показался унылой игрой, и я решил перейти ко второй части. Знаете, когда я смотрел нарезку, она казалась более интересной. Но посмотрим, вторая может быть не настолько плохой. Ну, нормально, конечно. И, возможно, нам даже зайдет. Нет, ну, забьем, пойдем дальше. Я сначала думал пройти все игры, а потом думаю, зачем играть в то, что нереально шло. Мы строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов, и все их сорвал один человек. Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными и нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать. Но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения, захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство! Так. Что там происходит-то? Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. В смысле, зачем выбирать его? Конечно, возьму женщину. Уже пора, да? Да, бери снарягу. А, я за нее буду? А это... Сейчас с мышкой, господи, сейчас. А. Так. Что? Давай, Уокер, надо уходить. Бери снарягу. Где, а? Это вся снаряга, один пистолет? Что это? Бумеран. Защищаю вход. Привет, ты кто? То есть они вылезли напасть на нас? Ну, Лили, я в него метила. Да. А ты не спи на ходу, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом. Ну, а я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Дай автомат. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно, только тогда чего мы ждем-то? Ты дай автомат-то. Ага. Па! Кто садится на цену, господи? Что у тебя тут КТРЛ? Концентрация, ладно. Но пока было несложно, я убил его с первого выстрела.
Мне кажется, не в тот рейдж играл, да? Тут совсем другое. Какой красавчик. Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Слышь, мы потеряли двоих. Нет. Смокер, двигай во двор. Живо! Уже иду. Лили со мной. В смысле во двор? Это куда? Получи. Шерсти отправили предупредить другие поселения. Значит, все серьезно. По рации передали. Такой мощной атаки еще не бывало. Я серьезно. Чего мы ждем? Пошли, заработаем по медальке. Уху. Концентрация-то не работает. Что мне еще делать? Какие тут клавиши-то есть? Фильтритовые батарейки, это то, что мы искали. Материал от метеорита. Забирайте батарейки, убивайте врагов, чтобы восстановить здоровье. Не забывайте, фильтритовые батарейки нестабильно и быстро разрушаются, если их не забрать. А, хорошо, хорошо. Слышь, ты. Мама ждет нас во дворе. Там сейчас жарче всего. Чей мама? А чё вообще, как мне чё использовать-то? Как вот кинуть бумеранг-то? А, Это крылопалка. А чё не бумпалка, вон то назвать? Заряд здоровья. Если вам нанесли большой урон, используйте заряд здоровья. Да, тут сохранение тоже. Или контрольные точки. Так, сейчас посмотрим, есть ли тут сохранение. Сохранение есть, так. Назначение клавиш. Бросок, удар сверху. А где сохранение? Транспорт, способность общая. Интерфейс. Меню игры. Короче, нет. Да. Уже задания какие-то накидали. Так, заряд здоровья. Походу, что-то улучшать-то можно. Ладно, будем разбираться по мере поступления подсказок. Что тут? Кто тут? Валим отсюда! Скорей! Ну и махина! Какого? Он большеват. Это рейнджер! Я знаю, кто это! Жесть, он ему башку отгрыз. Недолго прожил рейнджер-то. Бедный рейнджер Джерси. Медицина тут бессильна. А начало-то нормально такое? Сейчас или никогда. Надеваю броню. Тогда давай побыстрее. Ух ты. Жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. Вау! Охренеть! Это даже круче, чем я думала. О, спасибо, наконец-то дала хоть нормальное оружие. Стой, я еще не долутал все. Иду! Неужели ничего нету? Что делать в локации, где ничего переть нельзя? Алло. Блин. Тут есть какая-нибудь карта, не знаю.
Так, нажмите Q, чтобы быстро выбрать один вид из оружия, который вы используете недавно. Покер. Сержант. Мамочка ждет тебя во дворе. Шевелись. Нужно отступать! Ла слабаки. Г. Бросить крылопатку. Если я его поймаю, он возвращается, да? А если не поймаю, это не вернется, да? Эй-эй-эй! Че ж, не знал, что вы вперед-то бежите. Я бы ее забиндил на Q. Так, граната. Так, граната наносит огромный урон и могут уничтожить сразу несколько врагов, находящихся рядом друг с другом. Г бросит гранату, Г выдернет чеку. X сменить устройство. Ха! Умри! Когда ты наденешь броню, думаешь, зря? О, завидуешь, Лили? А то! Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотритами. Нажмите КТРЛ, чтобы выбрать... Зажмите КТРЛ, чтобы... находить важные предметы и врагов с помощью концентрации. При этом к вам притягивается сфорозы поблизости Фейл 3. Ты меня сжрать, ага, это я тебя жрать, понял? А ты что, свои, что ли? Конечно, прикольно. Есть лестница, а есть подъем. Ну ладно, чё. Я не против ступенек. Покер, где тебя носит? Живо сюда! Держитесь, скоро буду. Иди сюда. В смысле, скоро буду, скоро буду. Не командуй мной, где меня носит? Г. Черт. Все, ко мне. Не, ну, игра, конечно, выросла в качестве прям намного лучше, чем то, что было. Помнишь, что в Академии рассказывали про рейнджерскую броню? Нет. Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Форсаж. Убейте врагов одного за другим, чтобы зарядить форсаж. С его помощью наносите больше урона. Если форсаж полностью заряжен, вы можете выполнить его, нажав B. Пока действует форсаж, ваше здоровье... Вы восстанавливаете здоровье. А. Ого! Офигенно! Да не говори! Кто еще? А, это свои. Все получили, все получат.
Блин, а лезть надо по букве, ужас. Мысли захвачены. Ты кто? Это мать, да? Ты узнай, что с рейнджером Джерси. Тетя Проули. А нет. Герой войны, рейнджер, кумир для многих, особенно для Лили. Растила меня после смерти родителей. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний. Иди сюда. Привет. Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Там что этот опять. Еще больше. Тем проще целиться. Не может быть. Он же мертв. Генерал Кросс? Фига себе, он жестко снимет. Берите первое поколение, всех остальных убить. Генерал Кросс, большой злодей, глава правительства. Призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно, если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Осторожно! Это тяжело уйти назад, как бы. Отпусти меня! Держись! Ну, эпик, слушайте, прям зашкаливает. Здесь игра хоть стоит того. Мне нравится. Рейдж 2, я думаю, пройдем. Если первый был ни туда, ни сюда, то в этом они постарались. Не знаю, конечно, что выйдет, но пока неплохо. Эрнина Проули, это ты? Я думал пощадить всех уроженцев Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя сделаю исключение. По старой памяти, Эрвина. Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь. Жестоко. А я в мясе, да, валяюсь там. Так, попробуем тебя завести. Да жив, я жив. Стой! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Хорошо, ты меня жахнула. Значит, это все? Все, что осталось? Выживших пару десятков. Мы еще разбираем завал. Я видела Проули. Генерал Кросс, он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому вечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила... Что правительство вернется. Ну, они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть.
А ведь правда. Так, войти на заставу. Тап, читать запись. Что? Читать? Тут? Прям в смысле читать надо? Это лор, да? Ну, здесь я не вижу смысла читать лор. Если кто видит смысл читать лор, скажите мне. Я пока не вижу в этом смысла. Ты справишься одна? Вали уже, Уокер. Иди по своим рейнджерским делам, а я тут как-нибудь совсем разберусь. Хорошо. Передовой Фай Фатум. Среду, говоришь? Сколько первопоколенцев? Пересчитай должен! Их нет, сержант! Ни одного! Ты что несешь, рядовой? Они все мертвы? Здесь их нет, сэр. Нигде они не видно. Они в воздухе растворились, что ли? Должны были остаться трупы! Я хочу видеть трупы! Говорю же, они их забрали. Всех забрали. Всех первопоколенцев. И чё, так будем стоять, да, смотреть друг на друга? Паркур! Почему не работает? Хотя это как пришпилили. Момент. Так, что же у нас есть? Есть ли карта? Есть ли вообще что-нибудь? Надеюсь, ты мне что-нибудь оставила, Броули. У меня голова другая, тело кого надо. Капрал Уокер, крысиный дозор. Я пришла за сведениями о своей... о сержанте рейнджеров Эрвине Проули. Запрос обрабатывается. Отмена протокола. Я чуть волноваться начал. Уокер, если ты видишь это послание, нас потрепали сильнее обычного. Скорее всего, я мертва, а Винланд разрушен. Это также значит, что ты последний рейнджер. Правительство вернулось, и его надо остановить. Все эти годы я не давала тебе присоединиться к рейнджерам. Я предвидела, что они и старшие могут стать мишенью. Надеялась, что ты выживешь. Ты мое секретное оружие. Прости, что не говорила тебе всей правды. Я даю тебе доступ к главному ковчегу Винланда и всем его технологиям. Старый морозильник. Я твои родители. Все старшие лежали там несколько веков, как замороженные куриные тушки. А потом восстали и надрали правительству задницу. В ковчеге есть распределитель ID-сертификатов. Считай его моим подарком. Это устройство активирует нанотриты в крови и дает тебе сверхчеловеческие способности. Иначе не скажешь. Войди в ковчег и включи устройство. Сейчас узнаем, что ты для меня припасла, призрак Проули. Опять эти нанотриты, которые непонятно как работают. Так, ковчег. Ковчеги исключительно ценные объекты, которые могут содержать в себе оружие ковчега и нанотриты.
нанотритовые способности. Ищите ковчеги в пустошах, они помогут вам стать сильнее. Чтобы открыть ковчег, подойдите к нему и встаньте лицом к двери, а затем используйте концентрацию. Ну вот теперь смысл появляется поиска. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Я приказываю тебе. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 401А. 400 ковчегов? Ладно. Жмуры. Засунуть наш. Руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее? Был бы мужика, на другой засунул. Ха-ха-ха. Ну да. Но была не была. Добро пожаловать в камеру симулятора. А? Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть. Вы рейнджер, потому ваши нанотриты дают вам особые способности. Активируйте нанотрит способности КТРЛ. Используйте усиление нанотрит рывок, зажмите КТРЛ в нужном направлении, чтобы уклоняться. Хорошо, повторите. Еще раз. Очень хорошо. Симулятор научит вас использовать ID-сертификат «Рывок» для уклонения от вражеского огня. А? Слышь, у него ракета! Повторите. Лошара. Ну давай. И еще раз. А можно врага нормального? Хорошо. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат рывок. Правда, я до конца не понял, как выбирать. Эй! А кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Так странно получать приказы от мертвой тетушки. Эй, я не могу его здесь использовать. Вот твой первый ID-сертификат. Это только начало. Ковчегов множество. Отыщи их. Используй их ресурсы для борьбы с правительством. В одиночку его не победить. Если Ли еще жива, она станет тебе незаменимым помощником. Есть и другие союзники, те, о ком тебе только доводилось слышать. Когда война с правительством подходила к концу, несколько лидеров сопротивления объединились и создали проект «Кинжал». Его цель — уничтожить правительство. Окончательно. Правительство несло тяжелые потери. Но мы не верили, что оно просто возьмет и исчезнет. И мы знали, что в распоряжении генерала Кросса есть технология, дающая что-то вроде бессмертия. Когда Винланд изолировался от чужаков, закрылся и проект Кинжал. Но я кое о чем договорилась с остальными его основателями, их трое. Первый — Джон Маршалл из «Ствола». Закаленный и практичный старый вояка. Он первым выступил против правительства. Он лучше всех разбирается в технологиях и шпионаже. Его навыки помогут тебе скрыться от глаз правительства. Вторая — Лузам Хагар из «Источника». Дочь героя войны Дэна Хагара. Начинала как рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города. У нее есть военный транспорт, а это бесценно. Наконец, доктор Антон Квасир. Правительственный ученый, перешедший к повстанцам. Никто не разбирается в мутантах и нанотритовых технологиях лучше него. Его знания — краеугольный камень проекта «Кинжал». У тебя наверняка остались вопросы. Часть ответов ты отыщешь в компьютере твоего бронекостюма. Удачи тебе, рейнджер Уокер. Че ты тут прыгает? Вот черт. Ох, ёж, что за ногу, кто вы такие?
То есть их еще и качать можно? Да, снаряжение из ковчега. Как все сложно-то. Это, наверное, основной, да, про кинжал, это всякие побочки. Ёж твою за ногу, вы дубу рухнули. А, ну так, тут не так уж то много, смотрите, все что. Бросок. Гравитацион. Дефибриллятор, типа, откачивать кого-то или все откачивать, да? Барьер. Кому он нужен? Спринт. Здоровое тело, бла-бла-бла, рывок. Кстати, а что это такое? Чё? 5000? 5000? А, 500, господи. Но остальное будет все по ходу, понятное дело. Вот что нужно, чтобы, допустим... А, тут тоже улучшаешь ты за счет. Понятно. То есть ты решил... Стойте. И тут можно менять внешний вид. А, мне нравится. Сожмите F. Так. Я не знаю, ты ладно. Переложить все это на мои плечи и свалить в закат. Выпустить. Что ж, похоже, теперь вся надежда на меня. Вернуться к Лили. Я пока там шарился, уже день настал. Лили, мне нужно разыскать троих. Джона Маршалла, доктора Квасира... И Лузам Хагар. Они участники проекта «Кинжал», направленного против правительства. Ничего себе задание. Да, твоя матушка и после смерти не мелочится. Не смешно, Уокер. Прости, Лили. Слушай, я готова отправиться в пустоши. У меня есть как раз то, что нужно. Я тут вообще-то. Что предложишь? Ну, у меня целая тонна идей. И с твоей помощью мы эти проекты реализуем. Это нужно для твоего выживания в пустошах. Для начала добудем тебе тачку. Добро пожаловать на экран проекта. Здесь вы сможете обменять заработные очки проекта на проекты, которые так или иначе будут вам полезны. Сейчас вам доступен только базовый проект Лили. То есть он будет что-то давать, она давать и он давать. Понятно, базовый проект. Медиатранспорт – это первый проект, который вы можете приобрести. Он подарит вам вашу первую боевую машину «Феникс». Медиатранспорт дает доступ к улучшению техники, позволяет в любой момент вызвать машину. Купите меню транспорта, выбрав его и нажав F. Одна деталь, так? Доступ. Мне очень нравится, когда вот сделаны такие видео-вставки, это прям очень круто. Прекрасно, теперь у вас есть транспорт, в него можно войти через общее меню Tab. Чтобы получить очки проекта, проходите локации и выполняйте задания, занятия в пустошах. Что это такое? Множественный форсаж. Тартс. Чит. Перезарядка, перефорсажа. Не значит, значит... А, это полезно. О, вообще круто. Да, есть над чем поугарать. А сюда уже не зайти, да, чтобы... Матерь моя женщина, вы что, серьезно? Так, Феникс, далее. Ох, ё. Дали, что это? Ковчег. Конечно, я буду их все защищать, вы что? Я здесь, да?
Проекты. Как мне вызвать транспорт? Плотва. Матерь моя. То есть это у меня есть, да? Стопте. Два крупнокалиберных пулемета Гатлинг. Фига себе. Не дает развалиться вашему средству передвижения. В общем, каким-то макаром. Гараж. Феникс готов расправить крылья. А где он? У нас с тобой море работы. Тебе надо копить мощь, а мне привести Винланд хоть в какой-то порядок. Если повезет, трое из проекта Кинжал тоже будут с тобой сотрудничать. Вообще плевать на них. Правительством тебе надо стать сильнее. Спасибо за совет. Ладно, я пока. Так, стоп, а... Вот, задание. Нафига мне кинжал? Найдите доктора Кассира в топик секреку. Найдите лоза. Блин, ну это именно... Так, свободно путешествие. Добро пожаловать в пустоши. Крайнее меню карты там, для поиска целей в открытом мире. По мере исследования пустошной карты появятся новые объекты и занятия. Если объекты на кар... Если выбрать объект на карте, его будет отслеживать ваша система GPS. Во время перемещения на машине GPS проложит кратчайший маршрут до этого объекта. В меню карты уже доступны задания и ковчег, которым можешь заняться. Но пока что-то ничего нету. Давайте поехали в ковчег, посмотрим, что есть. Смотри, новенький рейнджер. Я Феникс. Да, я знаю, что круто выгляжу, но еду я еще лучше. Ну что, стрелять. Поехали кататься. Стой, как стрелять? Что-то я потерялся, куда мне заходить вообще, знаете? Вот сейчас смотрю, думаю, а чё, куда? Так вот, транспорт. Право, газ, задний ход. Стрелять из бортового оружия. Левый клик мыши, всё нормально. А, вот теперь можешь стрелять, да? А, и патроны, конечно. Я что за ногу? Ну прям вообще огонь. Что это? На, кустик чертов. Возвращайся скорее, Уокер. Ань, да конечно вернусь. Че это такое вообще? Опа. Местный ездит. Ну на карте бы вроде ничего нету. Ауч! А жизни сами... Уокер, жми на газ! В смысле жми на газ? Ты еще поучи меня. Вообще-то он точки, где полазить можно. Жми на газ, жми на газ. Еще поучи меня. Ну, в целом, знаете, игра мне нравится. Не знаю, как вам, а мне она зашла. Поехали на следующую башню. Системы активируются. Фига себе, слетать-то осторожнее надо. Там свое веселье какое-то. Желаю удачи. Спасибо. То есть тут все между собой сами по себе воюют еще, да? Блин, ничего не... А, нет! Я хочу к вам. Стой, стой, стой. Как там было?
Гранату тебе в жопу! Куда мне гранату? Ну да ладно. Форсаж. Да, вижу, что форсаж. Ну зачем мне он сейчас? Системы активируются. В целом неплохо. А вообще были бы какие-нибудь точки интереса? О, вот, что-то есть. Шар с рекламой шоу «Убей мутанта». Вот такие аварии немножко его коцают. Ну, приехали. Включен режим ожидания. Жетон шоуби. Чё, тоже хочешь получить? Иди сюда. Вообще, я слышал, тут на дорогах стоять не стоит. О, столбы какие-то. То есть вот так и надо искать точки интереса. Ну ладно, будем искать. А пока, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.